P-A-P. Вот это Санта, вот это Клаус. Санта-Клаус, вот это дед, а вот Мороз. Дед Мороз, Санта-Клаус, Дед Мороз. Касса в пробке на Сумской. Корпоративы, друзья. Всем весело и вам тоже. Начало января будет запоминающимся для всех. Во-первых, классные группы. А во-вторых, вот эти вот похмельные синдромы мы все вылечим для вас. Ты будешь настоящий проводник из состояния похмела в состояние здорового человека. Скажи, ты уже применяешь свои какие-то практики экстрасенсорные на людях? Естественно, каждый раз. Я угадываю имена именинников очень часто. Ой, скажи мне, что будет в 2017 году? В 2017 году пробка поработит мир. А я выйду замуж. Хочешь? Да. Да, выйдешь. Да. Я лояльный экстрасенс. Их сразу. Они же уже не молодые парни, дедушки. Ну, дедушки. Они же дедушки, они добрые, хорошие. Ну, хорошо, хоть не папики. Не, папики это не к нам. А на Новый год что загадает? Счастливую семейную жизнь. Тоже замуж хотите? Все мы, женщины, на Новый год хотим замуж. Год в пробке. Будет космос. Не смотри на эти олени, здесь будет все по-другому, совершенно все изменится. Здесь будет шикарный космический корабль, на который садятся все наши гости и улетают на какую-то загадочную планету, где будут великаны, лилипуты, где будет очень весело, роботы-инопланетяне. Вся пробка абсолютно преобразится. Это будет очень весело, и мы знаем, как преобразить наших гостей. Как на Дримвеста именины принесли вам каравай. Расскажи мне, что это за чудо? Это торт. Это кто, пробка вам подарила? Ну, пробка, да, тут же все написано, смотри. С любовью, пробка. Дримвест, the best, все сходится. Вам 11 лет, вы еще чуть-чуть, и у вас будет переходный возраст. Вы готовы к ним? Ты понимаешь, я понимаю, как он проходит у людей, как он проходит у музыкантов, я не знаю. Я думаю, что... Да, ну... Не, ну просто меняется стиль музыки, исполнения. Как у вас? Вы не боитесь этого? Уже нет. Мы уже вообще ничего не боимся. На что на Новый год пожелаете? Ребят, всем желаю счастья, игрушек, радости. Всего самого доброго и хорошего. Я всем желаю мира, добра и счастья. Что будет дальше после Нового года? Все-таки люди вернутся оттуда с альтернативной вселенной. Здесь все вернутся к 1 февраля, когда в пробке будет концерт «Сенсация», группа «Скрябин», память Андрея Кузьменко. У нас будет огромный концерт. Это кажется, что еще месяц. Но новогодние праздники обычно заканчиваются где-то, как мы знаем, 20 числу. Вот после Нового года будет очень позитивные вечеринки. Мы продолжим серию наших вечеринок пивных баталий. Вот, кстати, нас ждет очень крутая вечеринка в январе. Это будет Frozen Party. Переводим. Все будет... Замерзать. Нет, я просто я не знаю, как склонить лед. Льда? Льду?
все будет во льду. Да, мы будем тут замораживать людей, приедет Саб-Зиро, наверное. Но это будет очень интересно и будет здорово. Новый год, вы где? Дома. Пробки? Ну, конечно. А где еще? И мы будем тоже на Новый год в пробке. Поэтому увидимся. Я вас поздравляю!